Олег, вы первый. А я полиция. В Иркутской области полицейские изъяли более 300 килограммов рыбы и икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии правоохранителей, браконьеры хотели продать незаконно добытую рыбу. Сделка должна была состояться на пристани Ангары. Полицейским удалось задержать с поличным троих жителей Иркутска. А цель вашего приезда сюда? Вез коробки. Всем коробки. Мне сказали привезти коробки. Я их загрузил, привез. Они вы запакованы. Вы не знаете, что в коробках Нет. находится. Просто передаете коробки. Да. А кому передаете? Я не знаю. Позвонили, сказали, нужно... Ну, кто-то должен был подъехать. Я его ни разу не видел. В их автомобилях обнаружена икра, а также осетры и омули. Во взаимодействии с сотрудниками Главного управления МВД России по Иркутской области и Росгвардии проведены 12 обысков по адресам проживания подозреваемых в торговых точках и складских помещениях. В общей сложности изъято свыше 300 килограммов приготовленной к сбыту продукции, в том числе 6 осетров и 200 килограммов запрещенного к вылову байкальского омуля, а также более 10 килограммов черной и красной икры. Кроме того, обнаружены орудия лова, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.